Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами как всегда Яван. Это новый видосик, посмотрим, да. Сегодня, как это модно говорить, сегодня у нас бизнес-тренинг вместе с вами. Будем правильно распределять ваши деньги, как правильно заработать до 250 тысяч за 5 минут. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Короче, так, сразу хотел вам сказать, я хочу запустить такую фишку. Я вот давно думал это запустить, но опять скажете, что я плагиачу, да и т.п. Как вы знаете, Гордей, он же за один лайк, один рубль, там тачки в реальной жизни дает, да? Я хотел задумать, ну вернее, подумать сделать такое же. Но потом подумал, блин, опять напишите, типа, плагиат, что-то свое продумать, можешь, типа, это да и т.п. Но так как Дава, ну, в черном бумере, он, типа, пиздел, что он тоже так хочет, он, типа, позаимствовал идею, его не захейтили. Почему не могу взять эту идею я? Так что давайте, пацаны, один лайк равно 50 тысяч рублей. И ровно через неделю мы посмотрим, сколько на этом видосе будет лайков, за столько тысяч мы купим тачку и подарим игроку. Смотри, рандомно. Сейчас вам ловушка учитель. Расскажет, как надо деньги делать. Уе. Кроме того, что на смотре можно заработать очень много денег на разных работах, ссылка на видос в описании, где я подробно рассказал, почему, как и сколько можно заработать на смотре МТА. Там 10 самых популярных работ, вернее, не самых популярных, вообще 10 работ на смотре. Можете зайти посмотреть, там ссылочка в описании. Вот. Это вы работаете там час, ну не знаю, кто работает еще на смотре, блин, стоит вообще ли развиваться на смотре? Конечно, вопрос философский. Неважно. Работаете, и буквально вам надо уделить, ну, минут 5-10 этому. Какая бизнес-тренинга? Как вы знаете, есть на смотре квесты. А их два. Ну, их три, как бы, еще там с парашюта эта коробка, но самое главное это два. Это дрифт-квест и коробка. Если кто не знал, коробка это вот квест, типа, собираешь там на разных кораблях, там, я сейчас вам расскажу, спавнится, да-да-да. Если вы хотите более подробно посмотреть, где они спавнятся, места спавна, время спавна, сколько вам может заплатить за это, как добраться до кораблей, где они вообще находятся, вот этот видос, который вы видите на экране, и ссылка в описании на него тоже будет. Зайдите, посмотрите этому видосу год, я все информативно рассказал, как добраться, ну, короче, вы поняли, да, ссылка в описании. И все. Суть нашего бизнес-тренинга в том, что коробка появляется, как всегда, в 30 минут. То есть в час 30, в 2, 30, в 12, 30, в 3, 30. Ну, короче, каждый раз в 30 минут. Рандомно на корабле. А также Drift Quest у нас тоже в 30 минут, но только в парное время. То есть 2 часа дня, 4, 6, 8, 10, 12 часов там, дня или ночи. Это дрифт появляется. Какая суть? Суть в том, что коробку мы можем собрать на 4 кораблях. На одном в ЛС, в Лос-Андесе, и на 3 в СФ, который ближе к аэропорту, который посередине между этими двумя, и который ближе к покрасочной или винильной. Вот. Вам, короче, надо выбрать любой из этих кораблей и стать на нем, как делаю я. Это все на роликах, вы увидите сейчас. Вот. Вы выбираете и ждете 30 минут. Конечно же, в парное время. Если, конечно, хотите, можете в другое время. Ждете, все, ждете. Если вам повезло, вы на этом корабле, вы просто подбираете коробку. В коробке вы можете получить от 50 до 150 тысяч рублей. Подбираете и нажимаете F1 умереть, вас никакая сумма не снимется. Берете и летите на аэропорт SF, это самый большой аэропорт в GTA San Andreas, я так понимаю. И на нем очень удобно дрифтить. Только умоляю вас, если вы будете дрифтить на аэропорте SF, дрифтите за часовой стрелкой, как видите это на видео. Потому что многих долбоебов хватает, которые дрифтят против, и они просто друг друга врезаются, и потом начинаются материться друг друга в чате. Так что дрифтите, пожалуйста, за часовой стрелкой. Вы приезжаете и дрифтите.
Дрифтить обязательно надо на полном приводе. Ну, конечно, можно и на заднем приводе, но на заднем приводе вы много очков не соберете. Вам буквально за... Ну, получается, пока вы доедете, вам за 4 минуты, за 3 минуты, смотря как кто ездит, надо набрать, ну, хотя бы в топ-5 влезть. За 5-е место вам до 20 тысяч, за 4-е 40, за 3-е 60, за 2-е 80 и за 1-е 100 тысяч. То есть вы берете полный дрифт-чип, ну, на полный привод дрифт-чип, который с два чипа из Skyline, которые мы делали в предыдущей серии, полный дрифт на полный привод. Он очень быстрый. Ссылка в описании, ну как ссылка, там просто код, вы заходите в чиповку, вверху функции импорт-экспорт, вставляете вот это все, что там написано, и нажимаете импортировать все. И у вас чип загрузился. Skyline. И есть мой C39, на котором я дрифчу. Он более тяжелый. Ну, к нему надо привыкнуть. Ну, короче, два чипа есть внизу. Вот. Так что выбирайте один и дрифтите. И при самом лучшем раскладе, если вам выпадет на вашем корабле коробка, вы можете заработать до 150 тысяч. И на дрифте, если вы выиграете там ночью, или если вы играете, или днем, либо вы хорошо дрифтите, вы можете еще сотку заработать. То есть при хорошем раскладе вы можете заработать 250 тысяч за 5 минут. Но не обязательно же вам может повезти на коробке, например, в одном корабле, она на втором. Ничего, просто F1 быра умереть, быстро едете на второй корабль. Главное, чтобы никто вас не опередил. Здесь чисто решает ваш скилл, как добраться на все корабли. Еще раз говорю, ссылка в описании на видос. Я вам напоминаю, один лайк 50 тысяч рублей. На следующей неделе мы собираем деньги, посмотрим, сколько лайков вы собрали, столько деньги возьмем, купим тачку, протюнем. Ну и подарок кому-то из вас. На этом все. С вами был Эван. Пишите комментарии, ваши вопросики. Буду отвечать. Всем удачи, всем хорошего дня и всем пока.